Многочисленные ситуации с нападением бездомных животных на детей привели к тому, что в советском районе Орска прокуратура провела проверку. Один из случаев произошел в апреле этого года. Во время прогулки на детской площадке собака укусила ребенка. Согласно нормам санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об ответственном обращении с животными, а также об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, именно администрация города Орска должна была надлежащим образом осуществлять на территории муниципального образования государственные полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Иск от прокурора в отношении администрации города уже находится на рассмотрении в Советском суде Орска. Главное требование – взыскать моральный ущерб в размере 100 000 рублей каждому ребенку, который подвергся нападению бездомных животных.